Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем вам огромнейший привет. Мир, добро, любовь и свет. Ну и что у нас сегодня интересного? Да, в принципе, ничего особого интересного нет. Сегодня холодно, прям реально. Вот сегодня прям похоже на заморозки. 2 градуса, ребят. Вы можете себе представить? Всего лишь плюс 2 градуса. Вот реально сегодня очень холодно. Даже у меня в машине это прям чувствуется. Чувствуется, прям уже хочется включить что-то такое подобное, не знаю, там, обогревателя руля. Ну, бывает же такое? Прям бывает. Итак, давайте сегодня попробуем посмотреть у нас новостной блок. Что же у нас такого интересного происходит? Ну и, конечно, первое. Японский паспорт. Ты куда меня ведешь? Ты, блин, Бузова, ты куда меня ведешь? Японский паспорт признан самым сильным. Понимаете, можно почти там, кроме за исключением там 6 стран, можно посмотреть, почти все страны без виз, без ничего принимают вот с японским паспортом, вот как бы так. А если мы возьмем с вами наш российский паспорт, то он находится всего лишь на 49 месте. Поэтому американский паспорт говно, немецкий паспорт говно, французский паспорт говно, как говорится, да, самый лучший — это японский паспорт. Взяли и все. В общем, японское гражданское, японский паспорт нужно, конечно же, постараться получить любому уважающемуся человеку, который в последующем захочет скрыться от мобилизации, потому что у вас возможностей будет гораздо, гораздо больше. Ну так, да, это суровая правда жизни, да, это так. Ну а что, мы с вами бежим дальше. Ужас и привет из лихих 90-х. Ну, в общем, хамство, разгильдяйство. Россиянка рассказала о том, как мстят местные таксисты и тому подобное. Как вы догадались, это Абхазия, само собой, да. Там, конечно же, хотят там 2 километра увезти за 500 рублей. Если ты не соглашаешься, да, ты за 1000 не уедешь. Ты там, если прошелся, не дай бог, ты там грязные сухофрукты не попробовал, там инжир или еще что-нибудь. Все, кирдык, ты стал враг номер один, ты себя не уважаешь. Ну, в таком духе. Да, все это есть, однозначно все это есть, бывает. Ну, ребят, когда вы едете в Абхазию, нужно понимать, что, блин, это такая специфическая душа, как бы, знаете, бывает, что и обезьяны нападают на человека, да, в, там, не знаю, бывает вот в цирке, например, там с ума сходят, там, медведи там могут, там, львы там могут кинуться. И здесь то же самое, понимаете, здесь примерно то же самое. Артем Дубрович, пропавший в Сочи 6 января, найден мертвым. Все поговаривают о суициде. Не знаю, по-разному говорят, но вот как бы так. Еще пока не выяснили, не было судмедэкспертизы. Значит так, до конца лета 2023 года в Сочи построят новый блок, детский сад номер 125, что находится, нифига себе ты припарковался, что находится непосредственно в Лазаревском. И это будет большой и огромнейший плюс для детишек, для зверишек. Вот как бы так. Без слез не взглянуть. Россиянка ужаснулась, во что превратили Крым. Говорит, Крым, говорит, наш, говорит. Это ответ, говорит, для всех, говорит, казахов. А теперь, говорит, там, ну, блин, понятно, что, как бы, там, пляжи многие стали гораздо лучше, а некоторые стали гораздо хуже, смотря кто что привык от пляжа, да, получать. Если кто-то хочет, там, получать уединение, там, не знаю, там, с голой сиськой, голой писькой походить, конечно же, раньше было лучше. Как бы, если хочется нассать в море, это другое дело. Потому что я, когда прилетел первый раз в Крым, я просто офигел. На пляжах даже не было, там, места, где ты можешь переодеться, и места, где ты можешь полоснуться, и место, где ты мог бы сходить в туалет. Сейчас это все, конечно, приводит в пример, ну, как бы, доводит до логического завершения, но не всех это устраивает, потому что где-то пляжная полоса становится меньше, может, еще что-нибудь, но вот как бы так. Но в целом я считаю, что в Крыму нормально. В Сочи из-за ремонта будут пробки на нескольких улицах и на несколько месяцев. Вот там этих перечень улиц просто офигеть. Там офигеть просто можно. В Сочи приступили к главному этапу установления крупной аварии на водоводе. Не дай бог вам сюда попасть. Почему россиянка боялась выйти из отеля в Крыму? Ну а все, говорит, почему?
Ну, потому что есть там, там наглость тоже, есть все, есть такое. Это, ну, просто у нас в последнее время, у нас, знаете, у нас Абхазия и Крым соревнуются, кто наглее, кто хамовее и так далее. Такое бывает, не без этого, не бывает. Были в шоке от отдыха в Геленджике. Россиянка рассказала, почему нельзя покупать пакет на дорого. Она говорит, просто говорит, мы, говорит, выбирали между Сочи и Геленджиком, нам показался, говорит, Сочи дорого, говорит, поехали в Геленджик. И потом просто охренели, говорит, нам еще Геленджик оказался в два раза дороже, чем в Сочи. Говорит, ну это жесть, говорит, просто, говорит, там, говорит, понимаете, в Сочи, говорит, ты платишь, говорит, ты хотя бы понимаешь, за что ты платишь, говорит. А в Геленджике тебе на Е. Да, ты платишь, ты не понимаешь, за что ты заплатил. Кроме, говорит, одной единственной набережной, говорит, ни хрена там ничего нет. Я с ней полностью согласен. Нет никаких там развлечений, там ничего нет, говорит, нормального, понимаете, ничего. Но цены дерут больше, чем в Сочи. Говорит, и такие наивные лохи, как мы, говорит, едем туда с целью сэкономить. Жестокое видео. Сочи неадекватно устроили драку и разнесли магазин. А причина была кто? Кто причина была? Правильно, женщина. Причина была женщина. И за женщины два здоровых мужика, такие там по-колхозному подрались, все покрушили и так далее. А во всем у нас кто? Женщина. Потому что женщины, они всегда, знаете, такие подзызыкивают, такие, по, такие подначивают. Ну что, ты не мужик, что ли? Ну что, ты не мужик, что ли? Ну что, ты не мужик? Ты что, не можешь за меня заступиться, падла? Ты что? Ну, вот как бы так. Вот так это получается. Поэтому, женщины, никогда в жизни не подзазыкивайте своих мужиков. Ничего хорошего не будет. Ну, реально. А, кстати, Зимний театр закрылся. Закрыт, потому что обнаружили какую-то трещину. И, в общем, много мероприятий, которые должны были проходить в Зимнем театре, сейчас там не проходят. Ну, не знаю, сказали, скоро сделают. И на этом фоне, ну, может быть, безопасно посещать. Все-таки не будем забывать, что... Не будем забывать, что театр-то старенький. Вот как бы так. С кем поведешься, того и забери мешок. Ой, фу, блин, не то. С кем поведешься... Короче, на Кубани стоматологу грозит срок за то, что он не долечил зубы заключенным, но при этом он брал с них деньги. Вот, знаете, как бы разводил, говорит, не разведешь, говорит. Вот так вот. Красавчик, взял просто и решил там подзаработать на зубах, вот, на осужденных, ё-моё, сам теперь стал осужденным. Обнаружен новый штамм коронавируса, кракен, макин, кучупинлякин. И вопрос, справится ли с ним спутник, не знаю, может быть справится, может нет. Эпоха жемчуга в Сочи. Откроется выставка необычных картин. Вот как бы так. Половина жителей Кубани планирует сменить профессию в новом году. Какие сферы сейчас в тренде? Кто-то хочет пойти продавцом, пусть меня научит. Кто-то хочет войти, IT, да? Найти, войти и выйти, да, безопасно. Кто-то еще что-нибудь. Ну и, конечно же, очень много желающих сейчас именно хотят что? Ну, как правильно, кто мне скажет? Правильно, хотят пойти риэлтором. Потому что, говорит, ни хрена себе, говорит, Максим там передвигается на Порш Кайене, живет в квартире, та-та-та-та-та-та-та, вот в таком духе, да? Да, кстати, мне кто-то в комментариях пишет, что у тебя все в кредите. Нет, ребят, уже не все в кредите. Уже в кредит нет. Нету. Серьезно говорю. Поэтому нормально. Все. Вот как бы так. Поэтому, ну, потом, конечно же, когда пробует у нас, каждый второй пробует себя риэлтором, начинает себя там, вся блогеров возомнил, еще что-нибудь. Потом, соответственно, конечно, не получается. Говорит, а, ладно, в принципе, таксист в Сочи тоже хорошо. Вон, у Макса друг зарабатывает по 250, по 300 тысяч рублей в месяц. Вот так, это так вот. А кто-то мечтает, конечно же, попасть на завод. Директором завода, потому что никто не хочет попасть на завод и получать от 20 там максимум до 35 тысяч рублей. Ну, так бы так. Отсюда, конечно, и производство у нас в заднице. А все почему? Да потому что у нас что на заводах основная цель идет сотрудников не что-то за это произвести какой-то продукт, а тупо что сделать? Кто мне скажет? Да, тупо вот, не знаю, там тупо что-то там отвернуть и так далее.
Ну и, конечно же, и наши прекрасные спецоперации, ну, примерно то же самое. Приезжал просто Лехин водитель, который сейчас по контракту находится, ну, рассказал, в каких масштабах и что там ворует. Просто жесть, конечно. Просто жесть. Хотя вроде кажется платят нормально, да, 300 тысяч рублей, да, я считаю, это нормальная заработная плата. Ну, 300 тысяч для водителя это нормальная заработная плата, стабильная, там, белая и так далее. Ну, и все равно приходится там что-то там еще придумывать такое интересное. Хотя, с другой стороны, да, 300 тысяч. 300 тысяч может зарабатывать таксист в Сочи, не подвергая свою жизнь. Ну, все, видите, все относительно. Но, например, это, этот человек, если находится в городе Ясном, в Ясном, например, 300 тысяч в месяц не заработать. Это 150 километров от Орска. Там не заработать. Ну, видите, все в этой жизни относительно. Вот как бы так. Вот теперь вот получили ответ, почему много добровольцев, да, у нас с уголков России. Не потому что там патриотизм зашкаливает, нет. Просто, например, в Орске 300 тысяч нереально заработать в Орске. Или в Ясном, или в Оренбурге. Ну, очень тяжело заработать 300 тысяч. А, например, в Сочи любой таксист может заработать 300 тысяч. Как бы, я не говорю уже про риэлторов и тому подобное. В Москве также там можно заработать и так далее. Поэтому, конечно же, больше едут, как бы, я не знаю, поэтому больше едут там вот с таких вот отдаленных районов. Потому что, например, если предложить любому сочинцу поехать, да, например, даже самому таксисту, Леха скажет, нахрен мне это нужно воевать за 30 тысяч в месяц, когда я здесь могу в Сочи зарабатывать столько же. А, например, если кто-то находится в другом городе и на заводе зарабатывает 25 тысяч, конечно, 50 раз подумает, может, действительно есть смысл, как бы, пойти. Потому что, кто бы что ни говорил, да, по патриотизму, я тоже хочу это слышать и так далее. Но большинство идут туда из-за денег. 80% идут из деньги. Деньги, 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 еще раз деньги. Вот как бы так. В Сочи заметили угонщика на горящем грузовике. Грузовик загорелся, а он ей, знаете, даже не почувствовал. Вот как бы так. Вот это отдохнул, релаксировал с друзьями на природе, и житель упал в обрыв. Нифига себе, это, наверное, выпил, наверное. В Сочи BMW в хлам, разбился легковой Citroёn. Ну, вот как бы так. И фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории. А вы смотрели? Я вот не хочу смотреть «Чебурашку», если честно. Мне и так, мне непонятен этот персонаж «Чебурашка», по большому счету. Поэтому не знаю. Не знаю, если честно, что получится и как получится. Да, кстати, еще, знаете, еще момент. Много еще людей, которые пытаются менять профессию. Очень много военных, которые сейчас, в принципе, с военным недобор. Потому что многие военные, когда началась специальная военная операция, они просто-напросто решили поменять вид деятельности своего. Я очень много знаю своих даже знакомых, тех же самых пограничников и так, которые сейчас уже там ушли. Знаю очень много полицейских, даже сочинцев знаю, чтобы не попасть непонятно куда, они в свою очередь, ну, как бы, решили ни с того ни с сего, да ладно, давай я лучше буду риэлтором, давай я лучше в таксиста пойду, меньше зон ответственности, давай я лучше еще куда-нибудь пойду. Да, кстати, вчера я ночную съемку особо не доделал. Вчера снял «Белос Дендрарий». В принципе, он должен был за ночь загрузиться. Но я продолжаю экспериментировать, продолжаю смотреть для вас. И у меня 16 числа, 16 января, в понедельник придет очередная игрушка. Еще одна камера. Получается, две камеры пришлось купить за последние, ну, сколько там? За последние 5 дней купил пару камер. Вот так вот приходится. Нифига себе, в 8 утра уже машину негде поставить. Нифига себе, вы видели, да, ребят? Вы же это видели все? Вы же это все видели? Офигеть просто можно. Офигеть. Я календарь.
Поэтому, конечно же, много чего происходит. Профессии, да, многие меняют. Куда деваться, как говорится. Все-таки всем кушать хочется и так далее. Ну, вот как бы так. Ну и, конечно, вчера показательно было, как забыли отключить микрофон, и там в Сибири, да, Сибирь же у нас самая честная, все там хорошо, и там чиновники у нас проговорились по поводу того, почему не сдаются дома, да, там говорит, надо, чтобы дома сдавались вовремя, а тут хоп, такая, ты губернатор такая, говорит, как мы же, говорит, сами, говорит, ну прям это, можете посмотреть видеоролик, мы же сами создаем проблемы, а потом эти проблемы решаем, а потом всем закладываем, а потом всем со всеми делимся. Ой, а микрофон отключен? Ну, вот так и происходит. Вы спрашиваете, почему у нас аллея, парк еще не сдался, почему у нас не сдался Южное море, да, почему у нас не сдался Атлантис и так далее. Ну, потому что здесь, ну, как бы у нас задача по максимуму выжить, по максимуму и так далее. Хотя аллея, парк, застройщик порядочный, Южное море порядочный застройщик, Атлантис то же самое, но все равно аппетиты растут, хочется. И вот говорю, вчера был прям показательный диалог губернатора там с отделом архитектуры. Я думаю, там все в долю. Ты можешь посмотреть в интернете, сейчас какой-то уходит видеоролик. Как бы так, это не только касается Сочи там или еще, это везде так, везде. Дают разрешение, делается определенная смета, потом в течение 2 месяцев смета меняется, меняются проекты и тому подобное, пошло-поехало. Поэтому мои рекомендации, покупайте лучше готовое сданное жилье. Ну вот реально. Вот, например, сейчас Гранд Парк, да, двухкомнатная квартира стоит 1,5 миллионов рублей. 1,5, двухкомнатная квартира, полноценная. Ну, зачем вам залазить в стройку, в аналогичный дом, да, если взять аналогичного класса, в стройке он будет стоить 16,5 миллионов рублей. Проще купить готовое сданное. Ладно, ребят, на этом с вами прощаюсь. Вам всем хорошего настроения, вам всем побольше позитива, ну и, конечно же, вам всем добра и пока. А я пошел экспериментировать.